А вы, у вас есть семья? На сегодня мы хотели, чтобы внутренние войска свое оружие... И внутри, пройдя сантиметров 10, вышел наружу. То есть рано... Мы пытались открыть ворота, а стрельба была не в воздух, а в асфальт, в район ворот. Велась, пошла стрельба, короткие очереди. Чья оборона? Да. Вы специально приехали из Донецка в Мариуполь? Да. Короче... Поэтому мы пришли в часть и требовали, чтобы они убрали оружие в оружейке, запрятали. Вот. И чтобы отпустили ребят наших срочников, наших земляков, отпустили из части. Приказы, которые получают они, я считаю преступными. Потому что киевскую власть я считаю нелегитимной. И так считают все те, кто там был. Значит, я бы очень хотел, чтобы русские войска пришли на восток и защитили нас от нападения киевской хунты. Потому что мы считаем, что наша страна, Украина, в прошлом, которая была едина, на самом деле она разделена, и разделение это проходит очень глубоко. Кто первым постреляет? Кто применил оружие? Оружие применила воинская часть. Первый раз вышел на митинг.